футбольный матч. Опа! Давай! Опа! Пас! Ух ты, у вас отлично получается. А давайте устроим настоящий футбольный матч. Для этого нужно настоящее футбольное поле. Да! С этим я вам помогу. Классно! Ух ты! И потом в игре могу быть судьей. Отлично! Ого! Что это у вас? Привет! Будете играть с нами в футбол? Будем. Но мы не знаем правил. Это просто. Играют две команды. У каждой свои ворота. Нужно забить мяч в ворота другой команды. И не дать соперникам забить в твои ворота. Вот и все. Теперь понятно? Привет, ребята. Опа. Ой. Тренируйтесь. Мы вас победим! Лунтик, ты защитник, не подпускай их близко к нашим воротам. Хорошо. Первый начинает команда Луны. Опа! Давай быстрее! Лунтик! Лунтик, пасуй мне! Давай сюда! Опа! Ребята, я нечаянно. Давай мне! Опа! Ой-ой-ой! Стоп, игра! Кажется, пчеленку нужна помощь. Пчеленок, ты чего? Я, похоже, ногу подвернул. Нога цела, но играть я пока не смогу. Какая досада! Отсюда ты в их ворота не попадешь. Спорим, попаду! И я! Я поймал его! Молодец! Ребята, давайте я встану на ворота! Давай! Вы готовы играть в меньшинстве? Да! Ура! Отобрал! Лунтик! Матч закончен. Со счетом 5-1 победила команда Луны. Молодцы! Ура! Ура! Молодец, Лунтик. Ты оказался прекрасным вратарем. А ведь сначала я пытался быть защитником. Но теперь я понял, что быть вратарем даже интереснее. И у меня получается. Давайте еще сыграем! Давайте! Если у тебя что-то не получается, не стоит отчаиваться. У всех нас есть таланты. Главное понять, что у тебя получается лучше всего. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Гонки на лодках. Луна,
пора вставать. Скоро гонки на лодках. Уже утро. Луна, ты же вечером обещала, что пойдешь спать. А вместо этого опять играла допоздна. У тебя теперь не хватит сил на гонки. Гонки – это весело. А чтобы веселиться, силы не нужны. Стойте! Вы забыли позавтракать. Гонка начнется здесь. Вы плывете по большому кругу и финишируете. Обратите внимание, здесь река разделяется на два потока. Этот очень опасный. Там слишком быстрое течение. Не заплывайте туда. Ну, все по местам. А ну, посторонись, мы будем первые. Как бы не так. Это моя лодка. Я первый ее увидел. Посмотрим. Луна, я тебя догоняю. И я. Я не устала. Я смогу. Я только немножечко отдохну. Застряли. Как же мы теперь победим в гонке? Нам нужна помощь. Хватайтесь! Эй! Тяните! Мои герои, мы вас спасем! Ой! Твою лодку сейчас унесет в опасный поток. Там ведь пороги. Луна, ты чуть не попала в беду. Ты прав, Лунтик. Зря я дедушку не послушала. Надо было ложиться спать вовремя. Хорошо, что все обошлось. Ребята, вы чего? Хватит болтать. Давайте соревноваться. Я все еще могу победить! Вот это гонки! Все участники стали победителями! Сыграем еще разок в домино перед сном. Сегодня не могу, деда. Надо поспать, а то завтра не будет сил. Сегодня мы узнали, что даже для игр нужны силы. Поэтому важно хорошо выспаться, а иначе любое занятие будет не в радость. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Супершнюк. Дядя Шнюк, свежая пресса. Спасибо, Лунтичек. О, кот!
комикс «Супер-паук». Какой герой! Бабочку от чудовища спас. Молодец. Муравьишку из воды вытащил. Дракон? Не, ну это уже сказки. Драконов не бывает. А чем я это у паука хуже? Вперед! На помощь слабым и беззащитным! Привет, дядя Снюк! Что это у вас за наряд? Я супер-паук! Сейчас я покажу свою супер-силу! Какой-то супер-паук совсем не меткий. Эх, дядя Снюк, супер-снюк! Оставил нас без десерта. Пойдем, пупсень. Но супер-паук не сдается! Вперед! Спасите! Помогите! Вода такая мокрая! Кажется, кто-то попал в беду! Спасите! Помогите! Держись! Супер-паук идет на помощь! Спасите! Помогите! Дядя Снюк спасен! Дядя Снюк спасен! Спасибо! Снюк, какой интересный у тебя вид! Это что, гидрокостюм такой? Я супер-паук. Супер-шнюк! Супер-шнюк! Я докажу, докажу. Страшно, ни капельки не страшно. Я супер-шнюк. Вперед, трусливый паук. Спасибо, Шнюк. Ты настоящий герой. Да не за что. Я же супер-паук. Работа такая у меня. Супер-паук. Ой! О, дракон! Надо крышу починить. В ней дыра после пожара. Никакой я не супершнюк. Я просто обычный паукообразный. Дядя Шнюк, мы тоже хотим быть супершнюками. Как вы? И все же Шнюк прославился. Ведь благодаря ему малыши со всего леса начали играть в супер-пауков. А лучших костюмчиков для этой забавы, чем у Шнюка, во всей округе не найти. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Стой, раз-два. Чаепитие! Мы не хотим строиться. Мы и так пойдем чай пить. Исполнять приказ! Раз, два, раз, два! Приказываю! Шагом марш! Все за мной! Опять с барабаном ходить? У меня нога уже болит! Отстань! Надоело! Прибыл, чтобы выпить чаю! А ты мог бы не трубить? У меня голова болит! Приказываю, чтобы голова не болела!
Знаешь что, сынок, хватит маршировать. Откладывай барабан, будем чай пить. Но я же хочу стать командиром, как ты, и всем приказывать. Хочешь приказов? Тогда вот тебе мой приказ. Перестань трубить и барабанить в доме. Есть. Разрешите выполнять? Разрешаю. Ой, равняйсь! Смирно! Меня здесь никто не слушается. Здравствуй, жучок! Лунтик! Равняйсь! Смирно! Направо! Шагом марш! Стой! Раз, два! Ура! Как ты здорово командуешь! Это потому, что я хочу быть генералом, принимать парад и носить красивую форму. Ой, а мой дедушка Шер тоже генерал. Хочешь, пойдем к нам в гости? Я вас познакомлю. Хочу! А командовать он умеет? Наверное, умеет. А надо, чтобы командовал? Надо! Вот так! Шагом марш к генералу! Раз, два! Раз, два! Раз, два! Раз, два! Раз, два! Очень далеко идти. Я устал. Раз, два. Бабуля, а где дедушка Шер? Это наш гость. Он хочет с ним познакомиться. Ах, вот оно что. Шершуля пошел посидеть у пруда. Зови его, а я займу нашего гостя. Хорошо. Жучок, посмотри наш фотоальбом. Спасибо. Генерал. Дедуля, пойдем домой. Тебя хочет жучок увидеть. Да ну, а зачем я ему нужен? Он хочет быть как ты, генералом. А? Дедуля, когда мы придем домой, ты сразу что-нибудь скомандуй. Жучку это очень понравится. Хорошо. Раз гостю хочется, можно покомандовать. Ой, а откуда тут фото папы? Это твой папа? Они с Шершулей вместе служили. Шер говорил, что твой папа отличный командир. Хм, если он хороший командир, то почему дома никаких приказов не отдает? А зачем дома приказывать? Дома не армия, не учение и не парад. Дома кто-то хочет отдыхать, кто-то играть. А кто-то чай пить. Равняйсь! Смирно! Отдать честь! Шершуля, что это ты с порога раскомандовался? Так я это... попросили. Ты почему плачешь? Команды неправильные. Команды хорошие. И генерал хороший. Я устроиться не могу. Я устал. И не надо строиться, раз ты устал. Мы же не в армии. А если не в армии, то генералы не командуют? Конечно, нет. А я думал, что генералы всегда командуют. И дома тоже. А папа запретил. Ну ничего. Я думаю, твой папа все же не сердится. Он ведь знает, что ты только учишься военному делу. Папа! Папа! Оказывается, быть настоящим генералом совсем непросто. Настоящий генерал не только носит красивую форму и отдает приказы. Главное, он знает, когда надо командовать, а когда просто поговорить по душам. Хорошо, что Лунтик и Жучок теперь тоже это знают. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Отдых. Начинает припекать. Пора в воду. А, куда идешь? Ой. Пиявка? Смотрите, на кого наступаете! Ходят тут! Отдохнуть не дают! Ой, извините. Лови, Кузя! Ловлю! Лови! Ой! Ну кто еще на меня? Только попробуйте! Мяч!
мячик у меня. Сейчас отниму. Лунтик, привет. Привет, Лунтик. Ты чего с ведром ходишь? У нас же мячик есть. Да, давай с нами играть. Хорошо, только недолго. Мне еще надо принести воды для бабы Капы. Ура! Тогда лови. А? Я сейчас принесу. Мне все равно за водой надо. А, вот он, наш мячик. Ой, здравствуйте. А можно забрать мячик? Вы издеваетесь надо мной? Только найдешь укромное местечко, так по тебе раки топчутся или мечом бьют. Нигде нет спокойного места. А, я знаю много спокойных мест. Как же, знает он. Что это за места? Хотите, я покажу? Садитесь в ведерко. Вот в это? Хорошо. Тут нет воды. Ой, извините, сейчас наберу. Лунтик, ты что так долго мячик несешь? Я чуть не уснул. Да уж лучше бы спал, чем меня пугать. Чего? А? Лунтик, ты знаешь, что у тебя в ведре пиявка? Конечно, я решил показать ей, где есть очень спокойные места. Это наша поляна. На ней мы с друзьями играем в мяч. Здрасте! А давайте все вместе поиграем в мяч. Это весело. Издеваетесь надо мной, да? Мне не весело. А мы можем поиграть в другую игру. Я не люблю играть. Я хочу спокойно отдохнуть. Я люблю спокойствие. А хотите, я познакомлю вас с дядей Корнеем. Места, где он живет, очень спокойные. Тогда чего ты меня сюда притащил? Неси меня туда. Хорошо. Красота. Здравствуйте, Корней Корнеич. Я к вам не один в гости пришел, а с пиявкой. Здравствуйте. Она ищет, где отдохнуть. Здравствуйте, здравствуйте. Я всегда рад гостям. Я как раз цветы посадил. А чем вы занимаетесь? А, всем порядок в пруду навожу. А теперь хочу отдохнуть. Для меня лучший отдых – это сменить работу. Еще чего? Работать после работы – это не отдых. Уходим отсюда. Здесь не умеют отдыхать. Извините, дядя Корней, мы пойдем. Ой, тут гусеницы. Стой, стой, стой! Что это они делают? Отдыхают. Ха, нам сюда. Ставь сюда. Что это? Что ты сюда притащил? Ничто, а кого? Это пиявка. Мы ищем местечко, где можно отдохнуть. Мы здесь отдыхаем. Тихо! Теперь будем отдыхать вместе. Лунтик, привет. Как тебе рифма такая? Вокруг веселье, красота. И солнце светит ярко. Но грусть, тоска меня гнетет, терзает, как пиявка. Плохая, плохая рифма! Никуда не годится! А это что еще за страшило? Это паук Шнюк. На самом деле он добрый и пишет стихи. Может и про вас написать. Да, я уже слышала. Пошли отсюда, неси меня обратно в пруд. Извините. Грубияны, разбойники! Нигде не отдохнуть! У вас хуже, чем у меня в пруду! Тьфу, отпусти меня! До свидания. Ой, все-таки в пруду отдыхается лучше. О, тетя Пиявка с нами поиграет. Чего? Ура! 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 Это неправильный отдых! Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Кактус. Я устал! Тебе кактус дороже меня! Вот местечко подходящее. Ой! Что разлегся? Быстро беги к Лунтику, пусть попросит у деда Шера фотоаппарат и даст его нам. Пупсень, подай! Пупсень, принеси! Представляете, Пупсень с Вупсенем будут кактус фотографировать. Зачем? Да, что такого в этом кактусе? Он всего раз в год цветет. Ну как, он еще не зацвел? Мой кактус особенный, он ночью зацветет. Чего уселись? Мы хотим посмотреть, как он зацветет. Это мой кактус. Идите отсюда. Малявки ночью спать должны. Ну, пожалуйста. Нечего, нечего. Потом фотографию покажем. Может быть. О,
глаза как-то сами закрываются. А, совсем не хочу спать. Вот и отлично. Разбуди меня, когда зацветет. Не расцвел. Эй, ты чего спишь? А если бы цветок распустился? Это же ты спать не хотел! Недотепа, мы могли все пропустить! Вупсень, Пупсень, доброе утро! Вы сфотографировали кактус? Он еще не зацвел! Да, надо ждать следующей ночи. А вдруг мы опять проспим? Вот я бы ни за что не уснула. И я бы дежурил всю ночь. И вас бы разбудил. И я. Да, ладно, оставайтесь. Посмотрим, как вы не уснете. Ура! Надеюсь, эти гусеницы не сломают наш фотоаппарат. Может, не стоило его давать, если ты так беспокоишься. Бабуля, дедуля, Пупси нам разрешил посмотреть, как цветет кактус. Отлично, тогда я за фотоаппарат спокоен. Возьми пирожков и угости друзей. Спасибо. Ну когда же он зацветет? А тебе что, спать захотелось? Дежурь давай. Чтобы не спать, надо разговаривать. Я спят. А вот я не засну. Мы не уснем. Смотрите, он еще не расцвел. В следующую ночь он точно зацветет. А вдруг мы опять заснем? Да, наверное, никто не сможет ждать всю ночь. Светлячки смогут, они никогда ночью не спят. Точно, давай их позовем. Извините, что разбудили. Вы нам не поможете? Понимаете, кактус ночью цветет. А мы засыпаем. Ничего не понимаю. Говорите медленнее. Буди всех. Просыпайтесь, кактус цветет. Просыпайтесь. Ура! Цветет! Цветет! Кактус цветет! Наш красавец! Не наш, а мой! Здорово, что у тебя есть такой кактус! Сфотографировать цветущий кактус было совсем непросто. Зато теперь друзья могут любоваться им, когда захотят. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Горошек. Ах, какое хорошенькое платьице. Такая веселенькая расцветочка. На солнце так и сверкает. А платьице в горошек уже давно никто не носит. А какие носят? Такие, как у нас, конечно. Однотонные. Уж мы-то знаем, что можно носить, а что нельзя. Мила, привет. А это что, игра такая? Никакая это не игра, Лунтик. Я себе новое платье делаю. Подержи-ка. А как же твое платьице в горошек? Ведь оно такое симпатичное. В горошек давно никто не носит. Почему ты так решила? Бабочки сказали, им виднее. Ведь они такие нарядные. А мне все равно твои горошки больше нравятся. Дедуля! Что, Лунтик? А у тебя есть какая-нибудь одежда в горошек? А как же, мой любимый галстук-бабочка.
Значит, бабочки тоже бывают в горошек? Конечно, бывают. Дай мне поносить этот галстук. Спасибо, дедуля. Ух ты, какой галстук! А почему ты его раньше не надевал? Раньше не нужно было. А сегодня бабочки сказали Миле, будто одежду в горошек уже никто не носит. Так вот пусть увидят, что носят. И Миле приятно будет. Ага, тогда и я надену что-нибудь в горошек. А я еще кого-нибудь уговорю переодеться. Точно! Поддержим Милу! Дядя Корней, дайте мне кисточку, пожалуйста. Я ведерко покрашу. Крась, дело хорошее. А почему именно в горошек? Разве вы не знаете, дядя Корней, что теперь все носят что-нибудь в горошек? Ха, надо же, действительно носят. У меня же где-то был старый зонт в горошек. Мы что, хуже других, что ли? Я тоже хочу ходить в горошек. Не ной, что-нибудь придумаем. Гляньте-ка на эту растяпу в стареньком платьице. Ой, Корней Корнеич, а почему это вы с таким зонтом? Разве вы не знаете, что теперь все носят что-нибудь в горошек? Смотрите, и гусеницы в горошек. Лунтик, представляешь, бабочки хотят одеваться, как я, в горошек. Я же тебе говорил, что твое платьице очень симпатичное. Лунтик, какой у тебя галстук? Привет, Мила. Ой, и у вас тоже горошки? Конечно, сейчас все носят что-нибудь в горошек. Странно, а у нас в клеточку. На самом деле не нужно стараться носить то, что носят другие. Главное, чтобы наряд нравился тебе самому. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Деда, огонек гаснет. Надо дрова поворошить. О, здорово! Деда, а сделай еще такие искорки. Эй, не выходит, не всегда получается. Но мне так понравились искорки. И у меня не выходит. А, у меня же есть ракеты для фейерверка. Сколько угодно красивых искорок. Вот. Фейерверк. Здесь мы никому не помешаем, и все будет видно. А шнур-то я и забыл. Вот что, ребята, вам эти ракеты брать нельзя. Я быстренько слетаю домой, а вы пока покараульте ящик. Ты знаешь, как из них получится много красивых искорок? Не знаю, я их впервые вижу. Эй, мелкота, что это у вас там такое? Привет, Вупсень и Пупсень. У нас здесь ракеты. Мы будем делать из них фейерверк. Ракеты? Смотри, Пупсень, настоящие. Точно, давай бабахнем парочку. Эти ракеты брать нельзя. А?
Чего? Сейчас мы это проверим. Пупсень, поехали! И-я! А вы говорили, нельзя, нельзя! Пупсень, хватай все быстрее и бежим! Лунтик, смотри, они убегают! Пупсень, Пупсень, стойте! Отдайте ракеты! Ну что? Кажется, отстали! Тогда давай скорей поджигать! Надо их остановить, пока не поздно! Ой! Отдай немедленно! Вот еще! Мы тоже хотим фейерверк! Пупсень, зажигай! Готово! Пускай! Кузя, эту ракету надо остановить! Как же? Остановишь ее? Ничего себе фейерверк! Деда, эти ракеты надо выбросить, чтобы больше никогда никого не пугать и ничего не ломать. Лунтик, я же запретил вам брать ракеты. Их должны запускать только взрослые. Так, эту и еще вот эту. Надо отойти подальше. Готовы? Огонь! Я теперь к этим ракетам и близко не подойду. Да, я тоже. Теперь гусеницы не стали бы запускать ракеты. Пусть это делают взрослые. Тогда будет и красиво, и не страшно. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Карта. Ну и ветер сегодня. Ага. А? О, тут что-то нарисовано. Ну-ка. Ух ты! Похоже на карту. По карте находят клад. Вот он. А что такое клад? Это что-то ценное. Клады прячут в земле и находят по карте. Нужно идти по стрелочкам. Это точно куличики Милы. Поскольку клад – это что-то ценное, думаю, там закопаны мечи. Когда найдем, увидим. Смотрите, мы здесь, а нам надо к ручью. Пришли. Куда там дальше? На тот берег. Через это? Давайте, ребята, не бойтесь. Ха, да я и не боюсь. Возьми, Мила! Кузя! Держитесь! Я сейчас помогу! Лунтик, хватайся! Мила, держись! Лунтик, выбирайся!
Настоящие поиски сокровищ получается. Ну-ка, что там дальше? Ой, ой, карта намокла. Хорошо, что крест не смыло. Эй, скорее держи! Лови, хватай! Держи, держи! Держи! Ну вот, теперь она еще и дырявая. Что же делать? Мы сейчас где-то здесь. Дойдем до этого места, разберемся. Нужно только идти прямо и никуда не сворачивать. Думаю, мы уже близко. Интересно, а что было в этом месте? Ну и поездочка. О, да. Лунтик, карта. Ой. Ну все. Столько усилий, и все напрасно. Жалко. Еще немного, и мы бы дошли до этой колючки. А это не она? А что? Похоже. Да, клад где-то здесь. А вдруг это не та колючка? Я что-то нашел. Это клад! Вытаскивай его скорее! Ура! Ура! Нашли! Это клад! А? Это и есть клад? Да, ничего не скажешь. Но ведь кто-то же закопал этот клад. Значит, кто-то ценит корни. Дядя Корней! Куда же это мою карту унесло? Здравствуйте, дядя Корней! Здравствуйте, ребятки. Вы, случайно, не находили листок с рисунком? Находили. Вот. Это все, что от нее осталось? Теперь мне точно не найти свой мешок с корнями. А мы нашли. Вот. О, как вы это сделали? По вашей карте. Это было не так просто. Да, у нас были настоящие приключения. Искать клад оказалось очень интересно, даже несмотря на то, что друзья не нашли то, что хотели. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Семечко. И не лень же кому-то мешки таскать. Это не просто мешки. В них лежат всякие семена. Здравствуйте, дядя Корней. Извините за мячик. Ничего, ребятки. Как это ничего? Вы нас напугали. Мы тут про семена, между прочим, говорили. Семена? А из них можно вырастить цветочки? Конечно, у меня тут много разных семян. Как бы я хотел вырастить какой-нибудь цветочек. И я тоже. И я. Пусть каждый из вас выберет зернышко и посадит его, не показывая остальным. А потом посмотрим, у кого что вырастет. Да, давайте. Да, да, здорово. Посторонись, малышня. Мы вообще-то первые этот разговор начали. Мы первые и семечко берем. Вы тоже будете растить цветок? А чего там растить? Положил семечко в землю и все. Ребята, я поскакал сажать семечко. И я тоже. Встретимся завтра. До свидания, дядя Корней. Удачи, Лунтик. Хватит, хватит! А теперь закапывай! Какое большое семечко! Интересно, что из него вырастет? Пока, семечко! Привет, ребята! О, Лунтик! А у меня уже появился росток! И у меня! У меня, наверное, тоже? Нет росточка. Дядя Корней, оно расти не хочет.
А ты за ним хорошо ухаживаешь? А надо ухаживать? Конечно, Лунтик. Ему надо рыхлить землю, поливать водой, подставлять солнцу. Похоже, семечку не нравится, как я за ним ухаживаю. Позвольте представить вам мой цветок. Ха, у нас больше. А вот что выросло из моего семечка. Что это за цветок? Ерунда какая-то. Это овес. Очень полезный цветок. Из его зерна можно кашу варить. Фу! Да, наш цветок лучше. Во, видали? Мы даже за ним не ухаживали, а он вон как вырос. Это же сорняк. Чего? Вредное растение, которое всем мешает. Как он попал в мешок? Лунтик, остался только ты. А у меня совсем ничего не выросло. Не может быть. Пойдем проверим. Я посадил его где-то здесь. А у Лунтика вообще ничего не выросло! Просто вы не туда смотрите. Взгляните-ка наверх. Это подсолнух. Самый большой цветок. Как же ты его не заметил? Я подумал, что оно уже никогда не вырастет. И ушел. Просто ты не дождался. А он вон какой красивый вырос. Да... Давайте на него залезем. Ты что, пойдешь с этой малышней? Пошли лучше сорняк жевать. Лунтик и не думал, что из маленького семечка вырастет такой большой и красивый цветок.